Несмотря на то, что вы работаете, хочу еще раз подчеркнуть, на врагов России, как вы сами считаете, обращаю внимание, это не моя цитата, а ваша, получаете от них зарплату в евро, небось, но тем не менее задаете мне вопрос. Учитывая фантасмагорию этой ситуации, верх лицемерия, то есть работать на Латвию, быть гражданином России, но спрашивать про вражеские, значит, связи, тем не менее, я вам отвечу даже вот на ваш вопрос. Смотрите, у меня нету квартиры в Латвии. Если бы она была у меня, то я бы ее обозначила в нужных документах. У меня нету там никакой недвижимости. У меня нет никакого вида на жительство любой другой страны. Я гражданка России, мой муж гражданин России, мой сын гражданин России. Никаких других гражданств, видов на жительство. Более того, никакой недвижимости у меня за рубежом нету. Это касается не только Латвии. Поэтому в этом смысле, ну, мне кажется, я дала исчерпывающий ответ. Я при этом очень люблю Юрмалу, я очень люблю Ригу, я очень люблю латышей и тех русских, которые живут в Латвии, я тоже очень люблю, у меня там очень много друзей. Но я считаю, что вопросы взаимоотношения между латышами и русскими в Латвии – это внутренние дела Латвии. Поэтому я действительно в эти дела не лезу, и более того, считаю, что и Россия в эти дела лезть не должна. Я за то, чтобы мы уважали суверенное право любого государства решать их внутренние проблемы. Поэтому больше мне на эту тему сказать нечего. Я считаю, что мы, более того, не просто должны и можем выезжать за границу, в страны СНГ бывшие, или там, не знаю, куда-то в Америку, в Европу и так далее. Это наше право, и я буду отстаивать ваше право на это тоже. Я считаю, что владельцы вашей газеты, и вы в том числе, должны гордиться, что я отдыхаю в Юрмале и повышаю, так сказать, туристическую, правильную атмосферу этого замечательного города. Мы действительно всей семьей, с Платоном, с Максимом отдыхали там в прошлом году у бабушки и дедушки Платона, которые там действительно имеют дом, и мы отдыхали, были у них в гостях. У Эммануила Виторгана, я надеюсь, вы не против, что Эммануил Виторган, заслуженный артист Российской Федерации, имеет там дачу. Вот, мы действительно у дедушки Платона были в гостях.